Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни. И сегодня я продолжаю проходить новый неоновый слэшер под названием Katana Zero. Ну, давайте продолжим. О, прикольно, выбор в стиле ВХС. Так, клуб у меня пройден, видимо, мне ничего не остается, кроме как выбрать тюрьму. Прикольно. Плей. Так, ну остановился я на встрече со своим психологом после задания в клубе. Давайте переговорим с парнем. Клиент доволен выполненной работой. При скорбию не могу сказать того же. Возможно, ты сможешь меня просветить. С каких пор ты ствол носишь? Сначала я задам пару вопросов. Давай, пора уже разговаривать. Да ни черта подобного. Сейчас ты будешь рассказывать мне, что случилось вчера в Неоне. Сейчас же. А не слишком ты много хочешь? Так, электроник рассказал. Я поговорил с электроником. Да вот, добрался. Я не успел до него добраться. Чего? Но кто это сделал? Понятия не имею. В любом случае, пушера меньше, в новой Мекке спокойнее. Он торговал наркотиками. Давай просто договорились, будем разбираться сами. Такими темпами ты скоро переедешь из третьего района. Что ты мне вкалываешь? Что? Ты говорил с электроником? Нет, мне просто интересно. Я строго-настрого тебе запретил говорить с чертовым электроником. Блин, я просто спросил. Что он сказал? Блин, я не хотел, чтобы он знал. Ну ладно. Почему я не должен был узнать про наркотик? Про наркотик, давай поговорим. Очень может быть, в этом и заключается наша миссия. Удостовериться, что наркотик не попадет не в те руки. У меня эта сила из-за наркотика? Твое владение мечом? Твои боевые навыки? Нет, за это нужно поблагодарить годы тренировок. Твой дар предвидения? Твое восприятие времени? Да. Это побочные эффекты наркотика. Именно поэтому мы не можем допустить его попадания в чужие руки. Слушай, парень, я больше не хочу так. Я хочу жить семейной, обычной жизнью. Досадно слышать, что ты не ценишь силу, что была тебе дарована. Но раз не хочешь, мы определим тебя на реабилитацию после завершения задания. Слышь, я не хочу, я хочу перестать употреблять. Все, хватит, пора подлечиться, не дергайся. Нет! Ты вообще понимаешь, какой у тебя дар? Ты стал неуязвимым. Да хрена с два, меня пульки убивают. Ну и что, что это из-за наркотика? Ты стал богом, ты видишь будущее. Да как ты смеешь отказываться? Ну сел спокойно. Нет. Пошел в жопу. Убирайся, пошел вон и не возвращайся, пока не сможешь делать свою сраную работу. А, вот еще что. Ты в курсе, что в СМИ тебя начали называть змеем? Вообще-то давно в курсе. А знаешь, как СМИ должны тебя называть? Как? Никак. Хотя бы попытайся не палиться самому и не палить нас. Пошел вон отсюда, быстро. Может, ему башку скрутить? А вот и новое задание. Фаюнь, убей, убей, убей. Из важного возраста 49, рост почти 190 и вес 115 килограмм. Уничтожить папку. Блин, походу это будет сложно. Судя по тому, какой он дядька. Кол. Окей. Внемли же словам моим. Не щади живота ничего, ради врага. Чего? Одесную я ушую. Блин, чего? Воспрянь же, утоли жажду мятежного сердца, утоли ее кровью. Кто это мне постоянно звонит? Это не психолог, который нанимает меня? О, The Tire District, Людовик, тюрьма мучил Нил. О, прикольная музыка, мне нравится. Нажмите атаку, чтобы начать планировать. Так, насколько я понимаю, меня не должны палить. Здесь меня не видно? Или видно? Подожди. Я что-то не врубаю. Но судя по значку, тут крестик. Да. Я могу прятаться среди инвентаря. Ай, среди столов не могу. Ладно, погнали.
Так, а как туда? Как туда-то проскочить? Подожди. А, наверное, пока света нет. Есть. И сюда успел. А кто меня вообще пустил в тюрьму, я не понимаю. И подожди, мне же не вкалывали наркотик. Почему я медленно двигаюсь? Странно. Так. Они меня не спалят? Воу. Кто-то здесь уже побывал. Что тут интересного? Слушай, а тут уже кто-то был. Это охранный пост. А кто здесь был? Что вообще за дичь происходит? Кто-то охотится за ними попутно со мной? Ого, к потолку аж прицеплен. Погоди, а внизу там что-то интересное может быть есть? Может быть, есть дверь в радужную комнату? Я же взял радужный ключ в начале игры. Не знаю зачем. Так, может быть, здесь что-то есть? Подожди. А, я могу прятаться. А, ну, там ничего интересного нет. А смысл прятаться туда? Да, тут тоже ничего. Эй, а как же подраться? Я хочу подраться. Здесь, может, что-то есть. Может, ключ какой-нибудь новый подберу? Так, это он? Эй, парень, нашел Фаюня Яваня. Он еще теплый, потому что он змей-то окружен. Блин, меня подставили. Сдавайся, или мы будем вынуждены применить силу. Эй, это не я. Черт. Походу придется разбираться с ними. Интересно, можно по стелсу пройти? Ну, вообще, по идее, я ни в чем не виноват, поэтому я не хочу с ними драться. Они потом еще на меня... Они же на меня потом скинут то, что я убил их. Ну, Юаня этого. Или как его, Фаньюня. Короче, скажут, что этот Джеки Чан убит мной. Капец, все, я попался. Я попался. Черт. Подожди, я по стелсу-то не получится. Давай, еще одна попытка и... Блин. Блин, нет, тут не вариант. Не вариант останавливаться. Ну, будем пробиваться, значит. Так, один есть. Второй меня должен не палить. Эй, 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 эй. Так. Подрываемся и бьем. Следующий. Больше никого не вижу. Нет, еще один есть. Ага, вон за дверью, ничего страшного. Сейчас он вернется и все. Блин, а кто это делает-то? Подожди, а что это было? Он почему-то не сохранил видео, по-моему. Так, один есть. О, блин, вот я спрыгнул, конечно. Не вовремя. Я обоих-то не смогу, наверное, убить. Давай поверху попробуем. Так, там ходит один. Будем красться, как ниндзя. Блин, он сюда идет. Надо как-то аккуратно. Ах ты, падла! Ладно, попытка номер два. Делаем быстро. Хрен с ним, с остановками. Будем рубить всех. По-быстрому. Есть. Значит, можно уворачиваться от дробовиков. И... Вот, источник видео не найден. Что это интересно? У меня кончились кассеты. Так, ну тут в принципе-то недалеко идти. Я в плане того, что до двора тюрьмы, до двора. И все. Подожди, он меня видит, нет? Нет, он меня не видит. Блин, а как не спалиться-то? И под лучами, и перед ними.
двое. Ага. Ага. Ну я встрял, потому что там и луч двигается, и эти... Их там три. Офигеть. Как мне вас завалить-то, падлы? Попробую после этого луча напасть на того вот подходящего чувачка. Блин. Луч слишком... Слишком близко ко мне. Блин, короче, вот сейчас надо... Короче, нападать и дергать отсюда. Смотри, смотри, они не поняли. Класс. Все-таки получилось. Блин, надеюсь, они сюда не пойдут. А даже если пойдут, пофигу вообще. Блин, меня здесь не видно, видно? Или мне надо присесть, чтобы меня не было видно? А тут нельзя приседать, тут можно ходить сидя просто. Ладно, давай, короче... Да они постоянно палят сюда. Так, вот этот вот подошел опрометчиво. Короче, похрен, рублю и валю отсюда. Пошли в жопу. Надо было так сразу сделать. Ну все, я вышел. Над новой мекой щерится луна, струится серебром. Закончен день, о благородный друг, мы встретимся еще. Это не стихи были, да? Я с таким выражением читал. А где ответы? Какого хрена? Эй, помоги бате поправиться. А, батя за тебя кровь проливал своими и руками шестерых унтерменшей завалил на войне. Ну кинь ему бабок. Я на войне ногу потерял, а ты рожу кривишь. Да ты мне до жопы должен. Я сам служил, у меня ничего. Слышь, я сам служил. С кем? С унтерами? Да ты сам унтерменш. Сука. Всю семью твою вертел. Какого мы вообще вас, уродов, в новую меку пускаем? В рот делал всех унтерменшей. В рот вас всех делал. Убирайтесь из новой меки. В колыбелях вас душить надо. Я вообще-то служил в новой меке. А ну, дай взглянуть. Эй, да это ж моя. Ты у меня медаль спер, паскуда. Слышь, ты придурок. На помощь, помогите, тут унтерменш ветерана грабит, помогите. Ты что творишь? А ну, ты что творишь, придурок? На помощь, кто-нибудь ветерана убивает, помогите. Схватить медаль, пошел он в жопу. Придурок. На помощь, спасите. Да уйду. Нафиг его трогать. Придурочного. Эй, мне даже по крышам не дали поскакать. Опа. Что это? Чемодан? Вы подобрали ключ-прототип? Слышь, я уже подобрал второй ключ. И куда они нужны-то? О, девчонка меня узнала, блин, бежим! Ага, вот ты где, тут дядька просил передать какой-то кинчик. Облизни или облизни. Что за дядька? Да я не знаю, у него на голове черти что было. Попросил передать лично в руки. Это... Можно я тоже посмотрю? Сегодня. Ты слишком мелкая. Блин, ну чего ты? Я тут весь день куковала. Ладно, короче, заходи. Посмотрим, что там. Класс! Ты чё, упоротый? Они огроменные. Куда мы их денем? Там, наверное, боевик пророки. О! Усы! Не, чувак, игрушечные поезда. Чух-чух-чух. Будет у нас самая топовая хата. Чувак, мне сейчас карточный гномик идет. Да ты представь. Чучух. Блин, ну ты понял, да? Да ни хрена я не понимаю. Давай еще дунем. Чувак, ты не налегай. Let's go. О! Блин, прикинь, это копы. Прикинь, это пицца. Ван Рикомана. Ништяк. Только дуну на дорожку. Ништяк. Давай, чувак. Главное, не упади. Оп. О, это тут чувачок, я его знаю. Чувак, какого хэ? Говорят, у вас тут дым коромыслом. Ну, давайте пошумим. Как говорил один человек. Слушай, чувак, и все, и пропал. Вот этот дошумелся, походу.
Ты у нас что, любишь потусить? Че? Что это сейчас было? Не бойся, это понарошку. Ну ладно, как скажешь. Я пойду, наверное. Пока. Она, короче, такая скучающая девчонка местная, соседка. А мы что, будем смотреть дальше? Что за у вас играет? Аж в лимузине слышно. Нормального пацанского хардбаса не подвезли. Нормальная музыка. Иди, куда надо. Знаешь, что сказала крыса, попав в клетку? Иди туда же, и мне на нее насрать, потому что она вредитель, тупое животное. Оно залезло в чужой дом, а без него всем будет даже лучше. Смотри, я с дарами. Опа, наркота. Это экспериментальный вариант. Спросил бы, как тебе, но обычно после него не разговаривают. Так, это та же дрянь, что и у меня, походу. Коля, за то время ползет, как улиточка. Чувствуешь? Не дергайся. А, он ему пальчик отрезал, мне кажется. Ну что ты орешь? Что ты орешь? Кругом люди спят. Уф. Чего утуха? Что такое? Не нравится тусить? Чё этот тип вообще себе позволяет? Так нечего было своему зло так громко включать, раз не нравится. Я тебя в рот шатал. Ха, а у тебя есть яйца. Мне это нравится, мне это нравится. На, еще раз. А вот твоему соседу ни хрена не нравится. Ему вообще весь этот шум, все эти тусовки ни хрена не нравятся. Собственно, поэтому я и здесь. Интересно, о каком соседе речь? Он ни разу не высыпается. Ты в курсе, что он серийный убийца? И очень хороший серийный убийца, надо сказать. Эй, улыбнись, тебя снимают. Кто вообще постоянно снимает нас? Интересно, о ком он говорил? Обо мне? А это случаем не та хата? Где тусили не так давно? По-моему, это она и была. Спрячься! Так, спрятался. А где девчонка? Чё он там мотит? Ай! Блин, ну с доктором надо говорить об этом. Потому что он раскрывает. Осталось 6 дней. Он как-то лор раскрывает понемногу. Так, а мне куда на выход? Видимо, да. Закрыто, прием переносится на следующий день. Окей. Подожди. Я в здании? Ну да, я в здании. А, это, видимо, чьи-то покои. А, это доктор, наверное, был. Ну, так и не поговорил со мной, падла. Значит, мы можем просто погулять? Дождик, мне кажется, начинается. Почему-то я пошел налево. Не знаю, можно ли было идти справа? Опа. Я вас не знаю. Нет. Вас хотят видеть. Блин, меня даже не спросили. О! О! Хе, я вижу, ты идешь, мокрый как цуцик. Дай, думаю, подвезу. Это ж тот чувак, который меня убить, кстати, хотел. Вот ты знаешь, я фанат, блин. Охренеть, какой фанат. Помнишь фабрику? Там мои пацаны были. Чё тебе надо? Мужик, я будто с гением разговариваю, с художником. Ты ж змей. Как тебе подарочек на кассете, который... Ты чё, чокнутый? Ох уж эти соседушки, а? Ха, слушай, а вот когда я кусачки достал, нормально выглядело, художественно. Они что, мои ролики смотрят? Я не досмотрел до кусачек. Такой ерундой тебя не впечатлить, значит? Мне кажется, они смотрят, как я убиваю. Я даже не предложил ничего, охрененный хозяин. Упарываешь? Чего? Я тебя не врубаю. Кокаин, вон на столе. Нет, спасибо. Меня и так уже обкололи. Мы еще сейчас пытаемся воссоздать один боевой наркотик. И в войну обдалбливались. Ты попробуй как-нибудь. А давай крышеснос. Окей. Блин, хрен знает, где...
бритва. Одолжи меч на секунду. Я не отдам тебе меч. Это оружие самурая. Да чё ты очкуешь, блин? Слышь, бритву дай мне. Где бритва, шлюха? Нифига он упоротый чувачок. Прям прется. Твоя очередь. Нет. Не такой день, да? О, господи, как же штырануло. Я не буду читать маты, пошли в жопу. Слушай, вот у меня камера есть на студии 51. Давай отвезем туда этих шмаровозин и расхерачим им бошки. Мы с тобой такое снимем, что снаф из моды выйдет. Я работаю в одиночку. Понял, да? Да ну, блин, мужик, я же тебе помог, соседа твоего пришил. Мне даже насрать, что ты моих пацанов убил, вообще пофиг. Человеческий мусор. Ты чё, думаешь, ты лучше меня? Да ты за ночь больше народа завалил, чем я за всю жизнь. Нет, мы с тобой одним миром мазаны. О, а можно потише? Проснулась одна из них. Ты вообще знаешь, что такое уважение? Ты понимаешь, что я тебе предложил? Что, двух шлюх убить? Ах ты падла. Даже дочитать не дал. Отвали, снег, ему насрать. Он с кем-то говорит? Сказал, что ему похеру и свалил. Блин, отвали. Все, снег, занят я. Студия 51. Эй, парень, ты охренел, что ли, меня выкидывать? Охренеть, ты за мной проследил? Серьезно? Мне говорит жопа. Схавал. Что это за... Собака. Че, догоняем его, да? Придется, видимо, за ним бежать. Погнали. Ну и что за следующий трек? The Tire Discreet. Людовик опять? Он же уже был. Окей, открываем, убиваем, кидаем. Попробовать. Ай, блин, не успел. Так, ладно, еще раз попробуем убить этого. Блин, подожди, нет, я перепутал кнопки опять. Так, я хочу убить этого у двери, кинуть ножик и отразить удар. Подожди, а у меня не работает замедление? Нет, работает. Пробуем еще раз. И X, X, X это отразить. Есть, работает. Блин, а у этого автомат. Как его убить? Погоди, я понял. Надо сначала толкануть этого, замедлить, кинуть. Отбить выстрел и кинуть в этого. Все, это было легко. Что, я теперь убиваю этого чувака? Сука, я разжирел. Нехер было убивать инструктора по фитнесу. Далеко не убежишь, падла. Опа, нифига себе. А как мне туда проникнуть? Видимо, никак. Нет, не дают. Придется сюда идти. А, сейчас в лифте кто-то будет. Нет. Тихий холм, космодром, храм смерти. Подожди, что это значит? Давай в храм смерти. Это подвал же, да? Ну да, в натуре подвал. А это что? Подожди, оно не работает. Ладно, пойдем дальше. Или нет? А, можно было ударить. Оу! Прикол. Нет, так ничего не выйдет. А, мне надо было разбить эту хреновину, я понял. Так, попробуем. Ударил. Блин, как это прикольно. Подожди, а как тут? А, перепрыгивать надо. Блин, это в стиле Дэнди, прикольно. Что-то такое из тех времен. Так, надо попробовать подпрыгнуть. Есть. Да как, я же не задел. Ладно, давай еще раз. Так. Прыжок. 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 Прыжок, ну твою мать. Так, давай, куда? Прыжок, прыжок. Куда?
Я думал, я ударил этого чувака. Как бы тебя проскочить и попасть обратно. Есть, уложился. А куда? Куда мы поехали вообще? Я не хотел какую-то жопу мира. Что это за катакомбы, ёлки-палки? Падла. Так, я понял. От того надо отразить выстрел. Есть. И пошел в жопу. Подожди, а как я? Как я должен был сбивать? А, или я должен был спрыгнуть успеть? Капец, а как туда обратно-то запрыгнуть? Да блин, я понял. Надо ползти, красться за ней. А дальше как? Подожди, я что-то вообще не врубаюсь. Как? Куда? Я не успеваю же за ней. Где она? Вот она, я вижу. Есть. Блин, а дальше? А дальше-то куда? Походу сюда. Да. И куда мы проникли вообще? Что это за место? Так, первый есть. Там какие обычные? Да, обычные. Давай по одному. Так, есть, сюда мы пробились. А это кто? Вы подобрали фиолетовую карту. И что это за карта? Зачем она? Так, что это? Ага. Я просто ходил, подбирал карту. Я понял. Зачем, блин? Нахрена это было делать? Ладно. Видимо, мне расскажут потом. А, это, блин, карта для доступа. Теперь все стало ясно. Прекрасно. Мне надо найти еще две карты. Ну, пойдем в Тихий холм. Это третий же этаж, правильно? Welcome to Quiet Hills. Так, тут ничего. Блин, тот чувак с автоматом. Ай, блин. Он же отбивает удары. Так, держи. Блин. В принципе, я уже приловчился. А вот дробовик хрен увернешься. Ладно, давай попробуем еще раз. Блин, а, это была дымолуха. Черт, я понял. Есть. Значит, можно было ударить дымолухой. Так, она мне пригодится. Там внизу. Ага. Если аккуратно спрыгнуть под всех и взорвать дымолуху, можно всех перерубить. Ништяк. Так, а здесь есть что-нибудь интересное? Нет, видимо, нету. Что за тихая комната? Что это за катакомбы или... А, можно еще и на паузу ставить запись. Ладно, не буду пока вдаваться в подробности. Так, есть один чувак, второй чувак. Оба уже упали. И нам надо пробиваться дальше. Так, а как вас-то обойти? Очень просто. Опа, опять с дробовиком, падла. Блин, не дотянулся. Попробуем еще раз. Есть. Так, либо наверх. А я могу наверх? Да. Есть просто бутылки, а есть дымовуха. А вот дымовуха мне как раз пригодится. Так, сюда я могу упасть? Блин, это будет опасно. Блин, куда я ее кинул, вашу мать?
Давайте попытка номер два. Есть! Перерубил всех. Блин, с какой попытки я это сделал, даже не запомнил. Следующий чувак, а почему тут так много трупов? Вы подобрали green card. Нет, blue card. О, в смысле? Ты еще кто такой? Это что за дроид был? Прикол. Я думал, это какой-то призрак. Больше надеюсь, мне не встретится никакого такого жуткого говна. Ага, это был подъем на этаж? Этаж, я понял. Напугали меня, я думал, опять кто-то за мной вышел. Так, давай сразу пойдем в космодром. Потому что там мы еще не были, а там еще одна карта. Так. Охренеть, сколько их тут. Блин, что делать, что делать? А, это был коктейль Молотова? Прости, чувак, я всех твоих друзей перегасил. Ни хрена себе. Я думал, это просто бутылка, это охренительный коктейль Молотова. Давай, спускайся. Так, дверь пока нельзя открывать. А интересно, можно телек сбить? Не, нельзя. Так, мне надо как-то к этому чуваку подобраться. Блин. Остановись, кожаный мешок, остановись и внемли, червь. Ибо я непобедимый киберман с планеты Глорбакс 12, склонись перед мощью моего искусственного интеллекта. Я пришел надирать людские задницы и жевать жвачку. Ну давай, покажи, на что ты способен. И люди уже закончились. Бип-боп. Это все, на что ты способен. Меня заложена любовь. Сорян, друг, ты меня уже надоел. Надо убить этого чувака и кинуть туда, да? Там их двое. Окей, понял. Успел? Успел? Обоих? Еще двое. Так, и еще один. Все. Наверное, на этом уровне все. Или нет? Да, мне кажется, все. Так, еще одна... Один коктейль Молотова и кучу банок. Кучу бочек с топливом. Ага, здрасте, друзья. Про вас я как-то не подумал. До вас и не было. Давай, блин. Долбаная кнопка заедает. Ладно, попробуем еще раз. Да? Давай. Стреляй быстрее, у меня заканчивается время. Да ёлки ши, там двое. Давайте, парни, быстрее стреляй, блин. Чтобы я обоих успел. Так, один, второй. Блин, он успел стрельнуть, падла. Ладно, давай еще раз. Первый. Давай, быстрее. Второй. Есть. Ух, это очень сложная игра на самом деле. Особенно, когда начинает заедать геймпад. А, они наверху были, я понял. Так, меч. Их там... Мне надо убить этого чувачка. И, блин! Черт, все сначала. Блин, я не хотел открывать дверь. Блин. Если молчать и не болтать, в принципе, это достаточно реально. Блин, а как он меня отбил? Он что, меня пнул? Я болтал и проиграл. Наконец-то.
Это было сложно. Давайте, черепашки-ниндзя, вы мне надоели. Мы подобрали желтую карту. Капец, они походу захватили эту студию для себя. Ладно, пойдем узнаем, сможем ли мы убить его в этой серии. Он ведь, падла, помешал мне доктора спасти. И мне до сих пор интересно, кто со мной ведет беседы, кроме доктора. Кто мне звонит по телефону? Мне откроют это в скором времени или... Мне пока стоит только догадываться. Так, ну все, карты собраны, давайте их ставить. Ну все, жди меня. И какого хрена вообще психолог про меня забыл? Я вообще-то пациент, меня нужно лечить. Я психованный убийца, змей. Так, меня спалили. Давай. Есть, и тебе есть. Так, подожди-ка. Здесь ойл, там дымовуха. Ставить на тех или убить этих. Ладно, давай этих убьем. Опа, я спалился. Черт. Окей. Да, елки. Да, елки. Стреляй, блин. Ты ж падла. Ага. Что, мозгов не хватает на нижний ярус спуститься? Придурки. Есть. Так, а мне наверх, походу. Надо гасануть этого типа и взять дымовуху. Она мне пригодится. Так, а я сюда могу вообще в темную заходить? Нет? Нет, не могу. Ух ты, блин! Да ну как так-то? Козлы. Я ж почти все сделал, как надо. Ай, 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 вот это было близко. Ладно, придется так его убивать. Давай, стреляй. Оп, возила. Следующий. А где? А где этот тип? А, его убили, видимо. Да блин, не успел отбить. Ёлки-палки, надоело уже. Падла. Там не было чувака с ружьем. Так, их тут двое. Двое с ружьями. Ништяк. Да ну нафиг, а? Откуда второй с ружьем взялся? Так, первый есть. Второй есть, и... Да как ты меня достал-то, придурок? Блин, до чего сложные это задания пошли? Нужен мне вообще этот придурок был. Ах ты ж, падла, подорвал коктейль Молотова. Стреляй ты уже. Так, мне больше никто не спалил? Наверное, стоит этого сначала убить, он мне уже надоел. Так, блин, все-таки с ружьишком бежит парень. На тебе, падла, и тебе. Ну, наконец-то. Остались те двое. А, как бы допрыгнуть до туда так, чтобы они меня не спалили. Так, они меня не видят. Берем дымовуху. Заколебали в натуре уже. Thank you.
серьезно? Ну наконец-то, елки-палки, до чего он сложный этот уровень? Блин, так тут можно было снизу запрыгнуть, елки-палки, ну что за игра? Тут хрен поймешь, хрен разберешь, как проходить правильно. А вот и он со своими шлюхами, он здесь, ага, один. Иди сюда, не хочу спортивки запачкать. Я ж мачете взял. Нет, теса. А вы пошли вон, тут вопросики решаться будут. Эй, музыку оставь. Ну что, поехали? Ну давай. А что делать-то будем? Понятно, ты меня будешь убивать. Давай. Стреляй. Ах ты ж... Это что, босс? Ёлки-палки. Так, есть. Подожди. Блин, ну начинается жесть какая-то. Как его проходить-то, ё-моё? Есть удар, есть. Да блин, он меня постоянно валит. Твою мать. Что это было? Привет. И это все? Жалкое зрелище. Погоди, я даже не дрался. Подожди. Не дергаться, боевая стойка. Стиль Шинкагеру. Не нравятся мне твои внеклассные занятия? Да что происходит, вашу мать? Давай потом, Снежка. Иди домой, забудь о том, что произошло. Второго предупреждения не будет. Просто жесть. Все, уходим. Да в натуре что происходит? Ага, пошли. Не путай мое милосердие со слабостью. Уровень пройден. Блин, я был готов сейчас уже драться до последнего, да, блин, перезаписывать эту игру миллион раз. Мне жаль, что сегодня у нас не получилось встретиться. А в итоге она взяла и сама размотала его. Я перенес нашу встречу на завтра. Надеюсь, ты приятно провел этот вечер. К другим новостям. Может послушать новости, там иногда интересно что-то говорят. Сегодня мы расскажем, как встретить Хэллоуин безопасно. Зачем мне Левиафан вообще? Не выпускайте детей из здания. Выпить? Не берите сладости от незнакомцев и не ешьте... Кто там? Ну давай откроем. А, это девчонка. Сладости или гадости. А что, Хэллоуин? Ты в меня нарядилась, что ли? А, сладости или гадости? Не, это моя реплика, дурак какой. Вот сладости или гадости с Хэллоуином. Узнал меня, я в тебя нарядилась. А, что? Ну, в смысле, блин, что? Сладости или гадости, сладости или гадости. А теперь давай мне конфету. Давай, найдем ей конфету, я-то знаю, что такое Хэллоуин. Отлично. Это ты, походу, китайский самурай, не врубаешься, что это такое. Смотри, диван. Давай диван посмотрим, может там конфеты есть. О, есть конфета в диване. Вы нашли ириску? На, держи, кроха. Ох, вау, ириска. Передавай привет Левиафану, с Хэллоуином тебя. Давай, с праздничком. Можно мне теперь спокойно поспать? Полиция подтвердила причастность к недавней серии убийств в тюрьме для особо опасных преступников Мучал Нил. Это, кстати, про меня. Скорее всего, сейчас будут ссылать все на меня, которая унесла жизни 20 человек, в том числе политического беженца Фаюня Юаня. Серийного убийцы, известного как Змей. Да, все на меня ссылают. Падлы. Хотя я не при делах. К настоящему моменту от рук змея погибло более 100 человек, большинство из которых были членами преступных группировок. Окей. Если у вас есть информация, которая может привести к его поимке... Свяжитесь с ближайшим представителем власти. Интересно, сколько дают за мою голову денег? Сегодня мы расскажем, как встретить Хэллоуин безопасно. Окей, это уже было. О, следующий сон. У Эрика Медиа отважный вой открыл глаза
от спячки ядовитой. Они что, рядом со мной тусят? Мы с трагедией тебе в чаёк подсыпали кое-чего, а ты и не знал, дурачок. Ах вы падлы! Твое сопротивление бесполезно, о славный вой. Однако ж песок жизни вытек не вполне, хоть время человеку не подвластно. Взгляни на мой скорбный лик и внемли. Блин, падлы, я ж привык пить чаёк перед сном. Ага, внемли, сучка. Две ярких маски пред тобой предстали. Одна из злата, та из серебра. Те маски воплощают жизнь и смерть. Блин, опять я читал с интонацией, думал, это стихи. Так внемли же, уэри, что серебро есть смерть. Мечом и пращую людей освободит от жизненного гнета. Эй, ты у нас убивец, а? В отключке не такой грозный, конечно. Хе-хе-хе-хе. Золотая маска воплощает жизнь, детем божественным, блуждая по бесконечным временным фракталам. Что злу Вавилона не подвластно? Что вы несете? Я вообще вас не понимаю. Это девочка? А я и знать не знал, что ты по таким делам. Извращенец. Слышь, мы просто общаемся с ней. Две маски перед тобой, но лишь одну надень, став жизнью златом, смертью серебром. Песка крупинки три остались лишь в часах, о, сделай мудрый выбор, что ты посеешь, что ты и пожнешь. Чё вы от меня хотите, придурки? Через три дня мы встретимся еще раз, и тебе придется выбрать между жизнью и смертью. Выберешь одно, и мы заберем у тебя другое. Все, брысь. Кто это, блин? Осталось 4 дня. Эй, о, проснулся. Может быть, их и не было? Итак, расскажи мне про этих людей в масках. Блин, в натуре как я здесь оказался? Расскажи мне о людях в масках из твоего сна. Какого хрена происходит? Давай я буду задавать вопросы. Как я здесь очутился? Ага. Ты придурок, ты что, записываешь мои вопросы? Что со мной происходит? Ты вообще слушаешь? Ах ты тупой кусок говна! Какого хрена? Это я у него уже спрашиваю. Вставай. Что? Вставай. Чё происходит, блин? Что происходит? Какого хрена? Подожди, что это было? Эй, у меня же геймпад отключился. Погоди. Да, в смысле? Что за прикол? Эй! Блин, я сломал игру. 28 лет в богом забытых джунглях. Убивать солдат было несложно, я быстро с этим смирился. Когда я сжег свою первую деревню, смотрел на рыдающих голых крестьян. Это, наверное, я. Я вижу их каждый день. И дело не в ПТС, дело в наркотике. Прошла всего неделя, но мне кажется, будто это был год. Каждое слово тянется все длиннее, а комары зудят все громче. Когда наркотик выветрится, время остановится, я навсегда останусь в джунглях. Будто в моих часах песок по крупинкам падает. Я знаю, что грядет, и мне нужна твоя помощь. Осталось минус 684 дня. Что? Эй, помогите бате поправиться, батя. Что за бред? Это уже было, но с другой стороны. Блин, я не врубаюсь. Вот тебя накрыло. Я ведь всего 2 дня как трезвый. Как же так вышло? Всю жизнь провел во власти вещества, и без него благополучно канул в лету. Он жалок. Да и мерзение жалок. Пойдем, постарайся в глаза ему не смотреть. Пожалуйста. Господи, да что происходит? Там девочка была. Так. Твой отсутствующий взгляд не вселяет в меня уверенности.
Я вернулся? Я увеличил дозировку, раз уж мы вчера не встречались. Постарайся запомнить то, о чем мы сегодня говорили. Блин, мне кажется, меня без наркоты больше глюков, чем с ней. Хотя не знаю, может это все иллюзия. Все, что сейчас происходит. О, заинтересовался. Это лечебный камень. Дочка из Бурунди привезла. Тяжеленький, но в руке лежит удобно. Прикольно. Интересно, какого хрена здесь вообще происходит, блин? Ну а на этом на сегодня все. Не забудь подписаться, чтобы узнать, что будет дальше. И поддержи меня лайком. Ну и всем пока.